Так, ну что, я приехал на загрузочку в Шварцвальде. Полностью в ауле, тут я не знаю где, да? Вот с нашей фирмы Scania грузим газовые бочки, да? Две фуры уже уехали, одна вот сейчас грузится. И вон та последняя бочка моя. Сейчас быстренько загрузимся. Потом полетим на Брухзаль. Может быть, сегодня еще разгрузимся. По идее, завтра разгрузка, да? Смотрим, что да как. Ладно, я буду заезжать тогда. Я пока на улице там стою. И можно будет заехать. Так, ну что, все, я загрузился. Сзади две цепи кинул крест-накрест, чтобы при торможении, чтобы бочка не уехала наперед. Кинул две стропы по 10 тонн. Все, хватает, полетели. Загрузка заняла 10 минут. Мы здесь у Шпайделя, да, загрузились. Я, коллега с нашей фирмы, едем на Австрию. Поляки уже уехали. Они здесь были. Вернер с нашей фирмы уехал. Потом еще один водитель. Мы последние уже загрузились, да? О, время есть. Завтра утром разгружаться. 8 часов. Нам до туда ехать 200 километров. Всем доброе утро. Че, мы в Австрии разгрузились, я там не стал снимать ничего обычного, да. Едем назад, через Брегин зашел по 96-му автобану. Сейчас навстречу Вася едет. Сейчас заснимем его. Просто парковки нету, так бы встретились. Так, где-то здесь он уже должен ехать. Сейчас посмотрим. А, вон он, по-моему, едет. Он, нет? Да. Пролетел, да? Как раз, блин, за машиной попалась, да? Так, ну что, уже вечер. Да, я уже загрузился, закрепил. Место знакомое. Я разогрел себе поесть. Сегодня у нас грибы, грузди соленые, как всегда соусы, айран, копченое сало, обалденное, жареные сосиски с вермишелью, так что приятного нам аппетита, и потом идем спать, вечером обратно выезжаем. Так, ну чё, я стою, жду полицию. Да. Анмельдовал я на 23 часа. Сейчас у нас уже 22:59. А их еще нету. Биглайтер уже тоже ждет. Все уже подготовили. Пьем кофеек. Надеемся, что они сейчас подъедут, да? Чтобы вовремя выехать. До места у нас примерно 125 километров. Едем с Бракенгайма на Бурладинген. Ну, как-то так. Так, ну все, полиция приехала, все проверили, выехали, едем. Сейчас 10 минут 12-го. Вовремя приехали. Окей, Луис. Окей. Тендер
Так, все, мы на Эмфингене. Съехали. И сейчас нас с Хехингена полиция до Бурлядингена доведет. Тут осталось 40 километров. Всем доброе утро, дамы и господа. Ну что, я уже в Бурлядингене. На Клеранлаге, где воду очищают, да? Сейчас они поднимут, я выеду. Они его развернут, потом тот другой кран заедет. Но я уже уеду, да? Такой большой кран стоит. Пятиосны от Бринмана Мессинген. А Зилев встанет вот сюда, где вот этот круг. И его потом походу застроят зданием, да? Вот вода еще обрабатывается. Это новые будут здесь уже. Вот как-то так. Так, ну чё, все, разгрузился я, склался, да. Но они там сейчас будут зелёй этот ставить. Как я уже говорил, находимся в Бурлядинген, Клеранлаге. Все, сейчас выезжаем назад, грузиться, потом на Брухзаль. Да. Смотри, сегодня утром смотрел и думал, где ж я цепанул, да? Вот резину, здесь чуть-чуть фельгу, и вот два болта, да? Ну и здесь чуть-чуть. Думал, гадал. Сейчас сюда подъехал, когда складывался, да? И увидел. Сейчас покажу. Мы вчера вечером, когда заезжали, они асфальт здесь свежий поклали. Эти пилонки стояли вот здесь. И получается, вот так вот заехали. Оттуда. Ехали. Вот оттуда заехали. Ехали. И вот сейчас я смотрю. Следы вот здесь, да? И получается, вот я камень черканул, и вот здесь болтом, да? И мы поехали. Хорошо, что камень маленький, да? Я его, получается, сдвинул. И это был тот же Биглайтер, который был позавчера, когда мы ехали в Хехинген. На двух машинах, и коллега цепанул знак, да? Это обозначает, он всегда очень плохо смотрит, да, сзади. Так, ну все, выезжаем.